Добрый день, друзья, точнее доброе утро. С вами Сергей Азаренко. И сейчас, в данный момент, я еду за напарником. Мы поедем на съемку в детский сад. Съемка будет VIP класса. Просто невероятная. У нас будет установлено в зале, вы только вдумайтесь в эту цифру, 16 камер. Значит, Соньки, GoPro-шки, там, Никоны, фотоаппараты, обычные камеры Sony VHS-ные, то есть не VHS-ные, а HD-V-шные. 16 камер в зале. И плюс, что самое интересное, будет кран. Понимаете, кран прямо по центру зала. То есть дети специально делали номер, с учетом того, что будет по центру зала стоять кран и будет летать, ну, так скажем, над ними все это. Просто невероятная съемка. Я не знаю, сейчас кучу оборудования будем грузить. У меня вот уже часть есть там сзади, стоит на заднем сиденье. Сейчас еще будем кучу грузить. Вот. То есть, чтобы потом крана этого, ну, так скажем, он же некрасиво будет, да, если в центре мы его тупо поставим, а на видео он потом будет. Значит, мы его будем в программе After Effects все это убирать, дорисовывать там фон, всю эту фигню. Вот, но фишка в том, что 16 камер, друзья, вдумайтесь только в эту цифру. Че, правда поверили, да? Шучу. Нахер не надо. Достаточно 1-2 камер. Все. Ну, максимум 3. Чтобы нормально снять утренник в детском саду. Основная фишка в том, чтобы камера была на штативе. Это я для мамочек говорю. Для мамочек, которые снимают с планшетов. Трясущиеся картинки, хотя сейчас стабилизация, конечно, у планшетов хорошая, у телефонов тоже, но у вас нету зума, у вас как бы дрожат руки, вы не сможете долго продержать планшет на весу, и плюс вы снимаете с одной точки, так скажем. Вот кому достает, если есть родители, у которых есть камера, то тоже ничего хорошего обычно не получается. Я по опыту знаю, мы занимаемся оцифровкой видео, и много видео приносят в детских утренниках, снятых родителями. Ну, друзья, ну это действительно любительское видео все. Поэтому, если у вас есть нормальная, так скажем, цифровая камера, которую мы вот так вот сидим, держим, то есть вы... Так скажем, не обращайте внимания, что надо снимать мероприятие в принципе, в общем, да? С кем ребенок был, где он был. Не надо делать крупников. То есть, если там ваш ребенок где-то водит хоровод, снимите вы хоровод полностью. Где он был? Ну, чуть-чуть там приблизить можете, если когда остановились, вот он, ваш ребенок там врос, да? Не надо крупный план делать, трясущееся вот это изображение, да? Говорю, если у вас камера не такая новая, все будет вот так вот трястись, вот как у меня сейчас, да, то есть я на машине еду, у меня стабилизатор на камере работает, я по кочкам еду. И, ну, он справляется как бы, но если мы слишком сильно зумируем, то у нас получается очень трясущаяся картинка. И непонятно, вот он ваш ребенок, вот он его лицо, да, и непонятно, что вокруг происходит. Это делать не надо, это неправильно. Вот, поэтому... Приглашайте профессиональных операторов. Ну, правда, вот... Это недорого. Это недорого, но это качество, понимаете? Мы все снимем красиво, все у вас получится замечательно, будете сидеть и наслаждаться. И не надо сидеть с камерами и телефонами, потому что когда вы снимаете, вы не видите своего ребенка, вы смотрите в камеру через экран, да, это уже не тот эффект. Надо снимать, так скажем... То есть не надо вообще снимать. Вам это не надо. Вы потом посмотрите нормальное видео, домой придете, посмотрите. Пригласите нормальных операторов. Вот серьезно. Или ненормальных.
безбашенных, как мы, будет намного больше толку. Мы ставим 2-3 камеры, этого достаточно. Потом это все прекрасно монтируется, и видео получается четко и понятно, что происходило, где происходило. Всех детей видно, то есть мы не делаем, так скажем, акцент на каком-то одном ребенке, этого не нужно. То есть мы каждого, естественно, покажем, каждого покрупнее сделаем во время того, как они поют там, либо когда в центр зала выходят какие-то стихи, говорят. Все это мы делаем. Но вот, ну, пожалуйста, не снимайте сами, если просто у вас только другого выхода нету. Пригласите нас. Это же праздник, это детский праздник, то есть это памятные события, которые будет потом приятно вспомнить. И я больше чем уверен, люди, которые снимают эти утренники, их потом никогда не смотрят, потому что это вот такое вот все непонятно, вот так камера метается, ничего не понятно. Так что сейчас мы едем в садик, вот мой идет напарник, до встречи. Война окончилась 9 мая. И с тех пор в нашей стране отмечается этот великий праздник – День Победы. Каждый год 9 мая в честь Великой Победы в Великой Отечественной войне гремит салют. Вечернее небо рассвечивается яркими праздничными огнями. Победы кончилась война, все годы позади. Горят медали ордена у многих на груди. Спасибо вам за это небо, за белизну родных берез, за мирный дом и за Россию, где нам родиться довелось. Нет, заявляем мы в войне, всем и злым, и черным сил. Должна трава быть зеленой, а небо синим-синим. Главное, чтобы мамы были, чтобы водили со мною друзья, чтобы солнышко ярче светило и горе не знала семья. Спрячьте мы, ай, не приедем, растопите сердце, не на птицу.
Браво! Друзья, уже вечереет, я уже совершенно в другом месте, не в садике. Хотелось бы с вами мыслями поделиться по поводу многокамерной съемки. Нужна ли она на детских утренниках? Я думаю, да, нужна. Конечно, можно и одной камерой снять классно, четко, но будет немножко по-другому. Оптимальное количество все-таки две камеры. Какие плюсы? Это возможность снимать с двух точек, соответственно, вы более широкий охват у вас получается. Тут точно все в кадр попадут. Если третью приплюсовать, то ну прям совсем точно все попадут. Никого не пропустим. Не так скучно выглядит видео после видеомонтажа. То есть, понимаете, да, если на одну камеру мы там приближаем, удаляем, все с одной точки, ну, наверное, все-таки скучновато. Лучше две. Будет меняться ракурс, будет повеселее все это смотреться. И уже как, так скажем, почти как в кино, почти. Но документально. Но минусов тут особо нету. Минусов нет. Теперь хочу порассуждать о том, стоит ли родителям самим снимать на детских утренниках. Я думаю, нет, не стоит. Вот я сам оператор, и я бы все-таки заказал съемку своего ребенка, если бы он выступал на утреннике, другим операторам. Я бы не хотел сам стоять с камерой. Хоть я это сниму и на две, и на три камеры, да, мы можем снять это сами, но на утреннике своего ребенка я бы, наверное, все-таки заказал оператора, чтобы, так скажем, вы же не пришли держать в руках весь утренник вот эти вот планшеты либо камеру. Если вы смотрите в камеру, вы не можете нормально наслаждаться происходящим. То есть и ребенок вас не видит за этим планшетом. Там думает, где мой папа, где моя мама? А мама вот так вот с планшетом стоит, довольно снимает, да? Нет, это, конечно, ерунда. Надо все-таки как-то... Ну, короче, это минус. Если вы снимаете сами, это минус. Вот. Плюс дерготня вот это. Вы снимаете с места, да, вы не можете встать, там поднять будете другим мешать, да. Либо вы с последнего ряда, если стоя снимаете, перед вами куча голов, это где-то вдалеке происходит. Если вы приближаете изображение, у вас может быть трястись все. Вы же с собой штатив явно не будете брать, правильно? Поэтому не занимайтесь... так скажем, ерундой, позвоните, закажите, мы приедем, все снимем. Цены у нас хорошие, да и у других операторов, я думаю, не хуже. Поэтому выбирайте качественную съемку и наслаждайтесь праздником вашего ребенка, чтобы ребенок вас видел, вы могли похлопать, так скажем, ну и, соответственно, посмотреть все это дело. Вот. Так что, если что, обращайтесь. Всегда рады помочь. Примеры в видео вы видели, что получается, да? Соответственно, можете сами это оценить. До новых встреч!